нам в студию пришел наш фитнес-инструктор Татьяна Гловацкая. Татьяна, доброе утро, рада вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня наш день, мы начинаем с танцев. Танцы, как известно, повышают жизненный тонус, ну и, конечно же, настроение, тем более скоро лето, пора отпусков и жарких дискотек, и я уверена, что каждое движение найдет применение в вашем отпуске. Мы начинаем с исходной позиции, ноги чуть поставили шире наших плеч, мы делаем движение раз, два и показали маникюр. 3, 4, 5, 6, 7 и головой поворот. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прыжок. 8, 1, 2, 3, 4 и поворот и хлопок. А сейчас самое сложное. 3, 4, 5, 6, 7, 8 танцев. До этого маникюр, то сейчас мы показываем... Сейчас мы показываем жаркие танцы. Жаркие танцы. Вниз. Мои мужчины, смотрите, пожалуйста. 2. Ты пропускаешь. 3, 4, 5, 6. И ушли с танцевального пола. Рано уходить. Давайте еще раз. Давайте еще раз повторим. Все вместе, еще раз встали. Одна женщина такая, я все запомнила. Таня, как называется танец? Давайте его название придумаем. Танец будет, вот я даже не знаю. Утренняя страсть. Страсть, да. Вот прекрасно. У меня тоже в все, голове Андрей, слово страсть. Ты не принимал участие, это наш с Татьяной танец. Девчонки. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, голова. Раз, два, и четыре, пять, и шесть, и прыжок. Раз, два. И без головы. 5, 6, 7. Хлопок. Раз. Самое важное движение в нашей танцевальной хореографии. Вниз, наверх. Потянулись. И поворот. И уходим с танцевального места. Мне кажется, вот для этого танца не хватает, знаете, такой повязки на голову. Ну, чтобы вот так вот оп, крутить. В следующий раз обязательно возьму повязку. Все, испортила себе всю прическу. Так хочу танцевать с вами. Может быть, покажем какие-то детальные движения еще? Андрей, ты все запомнил? Вот лично ты. Ребята, или ты просто сразу ходишь в танцпол? Главное, чтобы это нравилось вам обеим. Нам это нравится. Нам нравится, Андрей. Главное, что это нравится парням в первую очередь. Знаете, да. А если мы вдвоем с Татьяной когда-нибудь танцуем, ты нам поставишь лайк? Комментируешь? Главное, чтобы вы пришли точно так же. Ты в вечернем платье, а Таня в спортивном костюме. Договорились. Интересно посмотреть. Все, договорились. Все, мы запомнили, Таня Гловацкая у нас сегодня была с нами. Ждем вас на следующей неделе, Татьяна, с новыми танцами, пожалуйста. Отдохните за эту неделю. Без проблем. Вы, конечно, за эти пару минут выложились, это мы видели. Потому что, знаете, бывает, когда к нам фитнес-инструктор говорит, сегодня разомнем локти, плечи, там все. Значит, сегодня маникюр показывали, на следующий раз будем педикюр показывать. Все логично. Татьяна знает, что любят девочки.